что вообще творится? Что там, секс пошел? Что это секс, что ли? Всем привет, народ, это новенькая серия по Outlast 2, и я знаю, да, она выходит поздно, и вы такие: Евген, что так поздно, Евген? Ребят, я хочу предложить такой прикол, я бы сказал, очень-очень странный. Давайте так, если вам нравится Outlast, вы поставите этому видео дизлайк. Если вы за Resident Evil, поставите лайк этому ролику. И люди такие зайдут, увидят кучу дизлайков на ролике и не поймут, что не так. Они увидят это видео в поиске или просто у себя в фиде и будут такие: «Да почему оно задизлайкано?» Потом они его посмотрят и будут такие: «А-а-а, теперь я понял». Мне кажется, будет забавно, я такого никогда не делал. Давайте вместе это сделаем, давайте просто задизлайкаем это видео. Я знаю, что... Может быть, неприятно кому-то поставить дизлайк хорошему видео, но давайте сделаем это. Все ради шутки. Все, давайте, ребята, начнем. Приступим к игре. Вернемся в игру. Я не знаю, как я вышел, а не везде я ползу по камням, как гребаный дебил. Как больной ублюдок. Да я не понимаю, куда идти, блин, объясните. А вот, нашел. Опять какая-то шахта дурацкая. Давай, быстрее выползай, Фил. Господи, тут покатый склон, как я выползу. Давай, все, за лапу меня не схватит. Все, идите нахуй. Идите нахуй. Тварь, блин. Жизнь, черт возьми, ну все, это их надо, ну, на какое-то время, это нас освободит, засранцы. Пожалуйста, пусть это будет рабочий. Приближается. А, чёрт, надо отойти, наверное. Блин, я не знаю, откуда лифт должен приехать. По-моему, там... О, ребят, привет. Я, наверное, не туда пришел, да? Я правильно понял? Нет, отстаньте. Ребята, нет, не надо за мной тихо бежать. Страшно ведь. Ребят, ну жутко, ведь не надо так за это бегать, блин, я человек простой. Зачем? Зачем вы так несетесь тут, твари? Блин, бесы чертовы. Факинг бесы. Что делать-то? Ну чё, я не могу, у меня сейчас сердце лопнет. Столько бегать. Чёрт, возьми, сзади этот сердцеед. Не могу бежать больше, ноги болят. Эти твари, они везде, блин. Смотрите на это. Быстрее закрывайся. Закрывай это говно. Мы смогли, мы это сделали. Можно я сменю ячейку сохранения? Мы просто так спокойнее. Сменить ячейку сохранения, по сути, это значит засейвиться. Я сейчас смогу спасти ее, Джесс. Я просто... Лин. Ее зовут Лин. Постой, я схожу с ума? То есть я уже не помню, как зовут мою жену? То есть, постой, видимо, он мечтал о Джесс, но он стал жить с Лин. Значит, вот он как обернулся. А! Нет, я должен выжить, я должен спасти своих женщин. Видимо, в школе обвинили меня в все. Что, типа, я плохой. Возьми. И поэтому я теперь падаю на лифте. Ладно, больше не могу бояться. 800 футов? Это сколько? Как далеко мы под землей? Я, блин, куда-то в космос уже улетел. Я дошел? Ууу, 700 футов. Черт, это, наверное, глубоко. Сейчас, о, черт, сейчас мне лифт на голову может грохнуться, да? Не угадал? Черт возьми, как я угадал! Я гений, правда? Это да, снимем лифт. Санкти Сепульчере. Видимо, святое место или типа того. Святое, сука, место. Как же у вас здесь, знаете, обкакаться можно.
момент, когда ты немножко посрался. Find Lynn. Найти Лин. Ничего важнее Лин. Черт, а мне кажется, я поехал уже на теме своей жены. Хотя, черт возьми, это было бы странно не поехать. По теме жены. Все слышу. Я слышу их шепот. Справа. Действительно, справа кто-то шумит. Ну да, получается то, что меня, как бы, пастор в церкви обвинил в том, что... Ну, как бы не обвинил, а я боялся его. И думал, что он меня обвинит в чем-то. Что, типа, это я убил Джессику и считал себя виноватым. Непонятно, то ли меня обвинили, то ли я себя считал виноватым, то ли то и другое. То ли я считался причиной. Что это за запись? Глава 11. Плод разрушения созреет в нечистом чреве истерзанной матери. Паукоглазый Агнец принесет наказание малой блуднице, большой блуднице. Ибо сказал Бог, что плоть стада является твоей только в жертву. Я пытаюсь просто понять, не читая все. Понятно, смысл в том, ну, то, что мы знаем. То есть, Лин должна родить. Только, черт возьми. Откуда они ждут ребенка? Мне кажется, сейчас кажется, что она мне изменяла. Черт возьми, это ее голос. Это Лин, мы рядом. Вот дерьмо, Лин, надо произведить камеру, чтобы заснять момент рождения моего ребенка. Черт, о чем я говорю, нет. Блин, можно уже выплыть, мне кажется, это здорово поведение, когда берега на ночь. Черт возьми, быстрее за моей женой. Черт, она как будто где-то там, да? Тут есть два прохода. На как, по какому сам пойдешь, по какому мать пустишь. Что-то я чувствую, это за мной идут, или это внизу? Evil, ты не зло, Блейк? Just confused. Мы ошиблись. Постой, ты не мы ошиблись. То, что мы не зло, он говорит, что ты запутался. Что это? Чудовище из моих кошмаров? Мою мать, я отсюда сваливаю! Че, куда мне идти? Что, вариантов немного, или налево, или направо. Батареечка. Сейчас сколько же тут народу погибло. Такое ощущение, что эти шахты вообще крайне небезопасны. Я постоянно слышу шаги, как будто за мной идут все время. Фак. Хорошо. Стой, это свежий. Его... С него сняли кожу. С него тоже сняли кож. С них сняли кож. Ребят, с них всех сняли кож. Мне кажется, это ненормально. Ну, я не знаю, может быть, здесь это нормально, может, в Америке это нормально, но, черт, в моем маленьком мире это... Черт, что это? Черт, какой-то глаз. Грозный глаз Грюм. В моем мире это ненормально. Давай забираемся в морг. Черт возьми, я не хочу знакомиться, правда, с обитателем этой морги. Ну, тот, который кровавые следы оставляет. С ними знакомиться очень не хочу. Хотя, черт, наверное, вот он со мной хочет. Черт, ни хрена. А все идет. Черт, лишь бы не сглазить, но отлично. Ребят, у меня проблема. Я не знаю, извращенец ли я, но я голоден. То я хотел писать, теперь я хочу кушать. Это так-то меня игра влияет. Зачем я это говорю? Просто хочу, чтобы вы понимали, что я чувствую. Играя в Outlast 2. Я чувствую разные эмоции. То голод, то... Господи, что это? Тут кто-то срал? Ну, он срал. Черт, я знаю. Дай я отзумить камеру, ни хрена. Пойму, где все подводится. Но это черт, это шахта. Как бы как ни крути, это черт, что-то возьми шахта. Мы вылезли, получается, оттуда или. Что-то я честно запутался. Где мы и куда мы идем? Ладно, разблокировать и открыть. Рискнем здоровьем. Стой, что? О, черт возьми! Возьми. Пошел назад.
Я это в шкафчик полез. Пока что ведь все хорошо идет, да? То есть он меня не нашел. Чёрт тебе! Сука, Лиса, да удар, я убью. То есть это скрипт, оно всегда за той дверью. Черт возьми, я понял! Это значит беги! Так ты, конечно, ты беги, а куда? Черт возьми, шахты лифта, надо налево! Вот, видите, теперь и проход пригодился. Сейчас осталось посидеть и подождать. Смотрите, это называется бутербродик, ребят. Для тех, кто не знаком с терминологией, это называют бутербродиком. То есть, когда тебя как бы с двух сторон прессуют. Класс. Да-да-да-да, я за... Пусти, пусти, пусти меня! Все, прорыв! Прорыв Сталинградской блокады! Пошел, пошел за ВТВ, за Советский Союз, давай! За всех вообще порви этих монстров! Некогда снимать ваше кино, блин, про дерьмо! Потрясающе, надо дернуть вот эту штуку. Отлично, так, главное сделать это быстрее. Нормально. Ныряем. Пока все идет хорошо. Если ты что-то сделал, расскажи мне. Кто там был? Кто закрыл? Мне кажется, что половина того, что я вижу, это галлюцинация. А половина это реальность. И черт, вот это пугает больше всего. Что реально? Глава 14. В момент перед ее рождением Антихрист проснется даже в утробе. Ее горе и страдания развратят. Блин, там сзади меня никого нет, черт возьми. У меня спина не белая, землю заставит ее истекать кровью. Как Иисус Христос из Назарета сверг смерть, во славу Господа Антихрист храма врат должен вернуть жестоких всадников назад на их трон. В своей кровавой колыбели, то есть они хотят убить и ребенка, и мать, понятно. Ну блин, меньшего я не ждал. Честно, я не ждал меньшего, конечно, во всех этих пророчествах там надо и ребенка, и мать, всех надо. Всех надо убить, потому что видите ли, так надо, и черт возьми, вот это... Это как бы неприятный момент для главного героя и для меня тоже. Так, я думаю, я же папка, как бы я причастен, то есть, наверное, меня тоже захотят. Ну черт, они это пытаются сделать, так что... Чего я задаю глупые вопросы? Я, по-моему, батареек больше нет, кстати. Черт возьми. О, блин. Хорошо, что я не обедал, не ужинал и вообще очень давно пищу принимал. А то, блин, не пролез. Почему ты здесь? Чтобы лазить по таким вот катакомбам. Класс вообще. Птичка. И Витик. У нас вообще как вы дела-то? Бе хорошо. Не жадничаю, чуваки. Без жадности. Окей, пойдем вниз, ребята. Надеюсь, я не умру. Я даже... Черт, если честно, я отходил немножко перекусить, потому что что-то, не знаю, я как бы худею сейчас. Хотя на таких хоррорах, знаете, калории просто текут. Это в школе слышу, как там? Как? Почему я слышу эту песню? Я слышу ее в школе, этого быть не может. Как будто оно там, впереди. Как будто у меня в голове они впереди, вот. Mouth,
Что, блин, за секс скелетов, твою мать? Господи, больные ублюдки, кто делал эту игру? Красные бочки, вы больные на голову, ну крутые ребята. Я думаю, все согласятся. Черт возьми, опять монстр, черт орут. Я жду, кстати, игру про ад очень. Я не играл в демку, я должен сказать, охуенная демка, то есть по-другому не опишешь. То есть сейчас кто-то скажет, Евгена, без мата. Нет, без мата нет, ребята, а именно охуенная демка. Просто играешь в нее, у тебя немножко даже возбуждение сексуальное. Черт, мне кажется, мы здесь не пройдем, ребят. Нам куда-то туда надо, а я здесь сейчас на пике точерной сяду. Если продолжу так вбалываться, надо найти альтернативную дорогу. С другой стороны, есть она. Мне кажется, нет. Ладно, ребят, придется спускаться там, где, собственно, придется. Банзай, что ли? Черт, что? Черт возьми, нимфы меня обхватили. Черт, что они делают? Что вы делали с Лин? Где она? Господи, это женщина. Мы создание аппетита. Я хочу почувствовать твой голод. Постой, это мужик или девушка? Постой, по-моему, это тёлка. Я думаю, это мужик. Пусть его сожжёт этот мир. Где Лин? Мама сожжет. Приветствую нашего новорожденного Господа. Нагого, ничего не мешая, я снимаю эту маску, я показываю мое истинное лицо. О боже, я снимаю эту маску, покажи мне твое истинное лицо. Истинное лицо. Черт, что это за дерьмо? У него пол лица просто изъедено каким-то. Черт возьми, пещера все-таки рушится. Черт возьми, ох ты, мне повезло. Давай, куси ее за сиську. Черт возьми, я не понял, мы под водой, что ли? Помоги мне исправить это. Черт, некогда помогать тебе исправлять, я тут выжить пытаюсь. Пещера гикнется. По-моему, за мной бегут, нет? Оказалось, есть более насущная. Нет, за мной реально бегут. За мной бегут. Ничего не видно. Что-то у меня аккумулятор новый. Я не вижу ничего. Где я вообще? Класс, пойдем назад. Надеюсь, мы идем правильно, потому что когда все погасло, я немножко. Да, он пришел. Вот твоей похоти. Твой ребенок. Твой отец Христос, которому мы служили. Смотри. Постой, ну. Черт, я думал, это мужик, который меня облизывал. Я реально подумал, что это пидор какой-то, потому что на девушку это было очень, ну, как бы, смутно похоже, если честно. Здесь я явно не один. Я явно не один, ребят. Микрофон. Надо слушать стены. Слышу шум справа. Ребят, справа кто-то. Может быть, это все-таки проводка искрит, да? Лучше уж проводка, черт, да. Я не знаю, безопасно подходить к месту, где проводка искрит. Подождите, провода под напряжением. Ну, черт возьми, берется напряжение. Может быть, способ его выключить. А нам разве не на руку наличие напряжения? Один из рубильников в той же комнате, что и искрящий провод. Вот он, нашел. Так, теперь идем за дальним. Пока она бродит здесь, наш шанс пойти за дальним рубильником. Как, знаете, плавненько головой разбить. Этот. По сути, вот так вот все просто. Естественно, бабенок сейчас придет за нами. Идем за ней. Как раз нормально будет. Потому то, что она идет быстрее, я шуметь не могу. До ее разворота.
Буквально за секунду до ее разворота. Все, фу. Ты же бы не заметил, что я смотал удочки. Натан думает, что я еще там, а я ее обманул. Немножко потный момент, но, кстати, я рад, что он мог бы быть еще более... Классно пошумели. Я просто оповестил о своем прибытии. То есть, понимаете, есть моменты в игре здесь, когда ты просто шумишь и практически говоришь: «Привет, я здесь». Вот это был один из них. У меня такое ощущение, что я в океане под водой, знаешь, как в Alan Wake там можно... Тряпку забыл. В Alan Wake как будто находишься. Себя смогу. Не, ну так-то нормально должно быть. Давай, поехали. Если теперь разгона не хватит, я не знаю, что я сделаю. Чёрт возьми. Чёрт возьми, чёрт возьми, чёрт возьми, чёрт возьми, блядь, пидос. Что это за... Что это было? То есть, действительно, мои, не знаю, мои страхи какие-то, они перемешиваются с реальностью. Получается какая-то очень интересная комбинация. Под названием... Макафака, джентльмен. Шахты, шахты, шахты. Мне уже просто нечего сказать, кроме как... Чёртова шахта, чёрта. Перезаряжай камеру. Кто-то здесь был, видите, кровавые отпечатки. Кто-то здесь, значит, был. Это, блин, удивляется. Тут куча монстров, конечно, кто-то тут был. Черт, возьми. Потрясающее место, в которое можно попасть. Ух, ты еще и упал. Отлично. Я в бассейне опять в школе. 800 метров. Черт возьми, это мог быть я. Ребят, это... О, это все мои... Это мое будущее. Гадалк, не ходи. Еще лежат, красавцы. God doesn't love you. Бог не любит. Not like I do. Не то, что я. Откуда ты говоришь? Кстати, меня еще... Ну да, ты меня облизал, я думаю, что... Он попал. Черт возьми, вы шутите. Быстрее давай. Просто хочу про... о, да, я знаю, ты меня любишь. Тебе ничего, что ты голый тут лазишь по этим казематам, то есть тебе... Вот, черт возьми. Ребята, вы хотели так убегать от полоумной женщины в маске? То есть я, наверное, нет. Наверное, это вот... Как бы у меня разные фетиши есть, конечно, там, но... Ну, как бы женщина в маске, это действительно новый для меня фетиш. Это ну, просто новый вид. Потому что не пройдет, ребят, там заваливает проход вообще. Там еще сзади. Да, блин, бежать. Я не буду оглядываться, ребят. Черт тебя сзади, где я? На свет, на свет, на свет. Даже если ты не видишь, куда идти, иди на свет. Что-то я не знаю, как аж срёшь, что ли? Вот что вообще происходит. Это боль, это боль. Сзади куча монстров. Спереди куча монстров, где монстры. Что ты хочешь? Я не буду оглядываться, ребята. Я думаю, мы все понимаем, что там. Чего они живут? Гребаные пещеры. Пещерные, блин, люди. Пошли по лесенке, по лесенке. Мы почти вышли. Я так не люблю пещеры, я так не люблю пещеры. Господи, в Пенумбриях еще ненавидел. Пещеры, просто ужас, слушай. В школу меня перенесите, я не знаю, да хоть в морг. Я в морге в Resident Evil себя комфортнее ощущал. Но пещеры, как и тени, это моя просто слабость, терпеть их не могу. У меня не то, что клаустрофобия, мне не нравится сама тема пещер, того, что ты в таком пространстве, во-первых, замкнутом, во-вторых, тут опасно. В-третьих, черт возьми, в пещерах, знаешь, Дед Мороз в пещере не живет. Дед Мороз живет даже в домике. В пещере живет только зло.
Добра в пещере быть, черт возьми. Доска не выглядит надежной ни разу. Сколько там батареек? Одна. Последняя. Тихо. Тихо. Курочка по зернышку. Поспешишь. Доску насмешишь. Хорошо прошло. Иди. Ой. Жизнь, боль. Все эти кабели куда-то ведут. Я не знаю, мне кажется, никогда не выйдем из этой пещеры. Никогда не... Я здесь помру, черт тебе. Я здесь помру, чуваки. Я помру здесь, в гребаной шахте. Я уже не верю в свое спасение. Я отчаялся абсолютно. Знаешь, в деревне мне не было, Сашка, зовой ходила женщина с секирой, и мне яйца, которые в демке разрубал. Когда за мной охотился Глускин в Outlast, высыпал... Вообще, никакие монстры меня не пугают, так как это пошло. Черт возьми, что это? Господи, я не хочу такого секса. Но снимать это все будешь. Это что, какой конский возбудитель? Черт возьми. Прикольно, у нас здесь будет сейчас секс-шоу. Конский возбудитель мне в лицо прыснули. Сейчас пипетку, блин, штаны порвет. Какой ты благородный. Помоги мне исправить это. Он пришел. Вот твои похоти. Мне немножко крутит твой ребенок. Христос, которого мы заслужили. Смотри. Постой, я не понимаю, куда смотри, я не могу, меня трясет. Боже мой. Ни хрена вообще, Лин! Блейк! О боже мой, Блейк, помоги мне! Меня ебут! Я иду! Господи, больно! Хочу поделиться с вами большой радостью! Что вообще творится? Что там, секс пошел? Что это? Это секс, что ли? Господи, уберись от меня тут! А, я тебе наваляю! Ладно, отвали, я хватит! И это все, ребята! Вещи принимают очень интересные обороты, черт! Так, честно, это очень неожиданно, я не ожидал, что так произойдет, серьезно, я не думал, то есть, секс с монстром... С женщиной-монстром, потом эта девочка на мне, я... Честно, я не знаю, что тут думать. А вы что думаете, ребят? Напишите об этом в комментарии. Давайте поделимся вместе, что вы подумали, когда это увидели. У меня были только плохие мысли. Возможно, я плохой человек, но... Или извращенец, или со мной что-то просто не так. Может быть, это разработчики Outlast 2 красные бочонки. Что же, ребят, всем спасибо за просмотры. До следующей серии. Скоро увидимся.